Сегодня я в гостях у Саха Агропродукта. Именно здесь готовится очень вкусная молочная и мясная продукция. Оставайтесь вместе со мной, и кого-то из вас ждет очень вкусный приз от Саха Агропродукта. А вот и маленькая счастливая обладательница вкусного пирога от Айгуль. В Айгуле все вкусно. Благодарим вас за то, что вы смотрите на эту передачу. Приходите к нам еще. Играйте и выигрывайте. Любой из вас может оказаться на ее месте. Масло со всех улусов. Сейчас мы режем чурапчинское масло, село Мырла. На зиму пришло 140 тонн. Качество проверяем по органолептике, вкус, запах, цвет. Если какие-то из органолептических показателей не соответствуют, то сразу же составляем акт и отправляем производителю. Брикетированное масло есть по 200 грамм. Вот он, аппарат стоит. По вкусу различаете? Это масло чурапчинское, это масло летнее, зимнее. Да, летнее, зимнее – это обязательно. Сейчас как раз летний сезон. Закупаться на всю зиму. Чохон делаем почти что всю молочку. А вы сами какой вид чахона предпочитаете? Ну, конечно же, этот с вареньем сладкий. Варенье брусничное родом из уст Алданского улуса, где самая-самая вкусная брусника. Мне понравилась идея накормить своего ребенка на завтрак творог с вареньем. Потому что она по утрам отказывается кушать, а тут кто откажется от такого вкусного и полезного, насыщенного, местного варенья и творог. Все самое лучшее. А тут у нас цех полуфабрикатов. Очень интересно. Здравствуйте. Здравствуйте. А тут я смотрю мечта мясоеда. А мясо откуда? Все наше местное родное. Из города Якутска. Из какого? Черепчинское мясо. Свежее без обоя. А сколько видов продукции у вас тут изготавливается? Суп-набор, поняли. Тут котлетки вкусненькие, да? Пышные. Пышные ребятины у нас. А поэтому якутские зовут. Прямо так и зовутся, да? Так и называются якутские котлеты, потому что они пышные ребятины. Без никаких добавлений. У нас только соль, вода, чеснока, перец. Чеснок. И также мы производим котлеты из конины. Из жеребятины, из конины, из говядины? Из говядины. Какие виды еще есть? Котлетки? Бифштекс, пельмени, манки делаем. Они такие прямо пухленькие, пышненькие. Домашние. Готовая. Вот, понюхайте. Не пахнет мясо. Да? Да. Котлеты от Светланы Тайко. Кто-то хочет организовать юбилей, да? С
свадьбу, тоже так же звонят, и стол заказов вывозили. Да. Есть на определенное количество людей. Вошла во вкус. Ну, почти. Да. Да. Вот моя котлетка нашла свое место. Она, я думаю, что она ничем не отличается от других своих соседей. Так ответственно. Идем. Почему я должна выбрать конину и почему я должна выбрать жеребятину? Там какая разница во вкусе? Разницы никакой. Вкусные и те. Просто наши люди не привыкли есть конину. Но и зря. Конина очень полезная. Полезнее, чем говядина. В ней столько микроэлементов. А полезнее, чем жеребятина? Между прочим, оно гиперэнергетное. Для взрослых, для детей, кто страдает аллергией. В конине больше всего микроэлементов. В таком наборе, да, если люди его берут, то его нужно варить чуть подольше, чем говядину. И вкус, и запах. Они со временем улетучиваются. Да, и бульон совсем становится не похож. И этот секрет не все хозяюшки знают, да, потому что коробочка. Нужно подольше поварить. От говядины оно ничем не отличается. Да вы что, я не знала. Я думала, конина, она же пахнет. В начале, только, да? Ну, его только начале. Нужно подольше поварить, и разницы вообще не будет. Напротив магазина «Ярославские краски» на Бестужева Марлинского 17Б на днях открылся новый магазин «Тюмсю», где сошлись дружно несколько местных производителей. Все самое натуральное, свежее именно здесь. Прелесть нового магазина также и в том, что цены тут от изготовителей, без никакой накрутки. Например, десяток яиц от якутской птицефабрики стоит всего 43 рубля 70 копеек. Тут есть все, что пожелает душа. Сырая печень жеребятины свежего забоя, сердце, язык, харта, свиной паштет, овощи местные, молочная продукция, наивкуснейшая рыба в широком ассортименте. Вкуснее и полезнее, ну просто не бывает. И в магазине «Тюмсю» действует акция на октябрь. Готовьтесь к зиме. Выгодно! Я нахожусь в совершенно новом магазине «Саха Агропродукта» и приятно удивлена ассортиментом. По мясу у вас прямо конина очень широко представлена, да? Да, потому что конина – это именно такой вот национальный продукт, такой. Он очень полезный. Из-за того, что в нем больше влаги, чем в говядине, он получается легче организмом усваивается. Все мясо имеет декларацию соответствия, ветеринарные справки, проходит все нормы Санпина. Также 21 октября по 31 декабря будет ярмарка выходного дня. Она будет проходить по субботам с 9 до 5. Где? А ярмарка будет проходить по адресу 50 лет Советской Армии, 51/1. Это вот здание Саха Агропродукта. Это ярмарка именно Саха Агропродукта, да? Да, там будет выставлена продукция Саха Агропродукта, и, конечно же, мы туда пригласим наших партнеров. Вы сами любите конину? Да, ну вот фарш из конины. Вы только что
что попробовали продукцию Саха Агропродукта. Как вам на вкус? Ну, вообще, лох, мандыга чувствуем грырык меня. Бы домашний остагр ордуктив, бы особо ким не марует. Хылги гене, пельмени, а вообще пельмени, а еще тефтели еще и баевит, чоханнеры еще и баевит, аж морстары гатты меннегес. Мясо. Кесыры. Именно манна. Именно манна. Я не могу. Ты же не понимаешь, что я это. Что я бываю, малина? Обед такая, постоянно ланцибит, пищевый, паштет, да? А вот нам круто, нам верти, манда когда репим, ден, ханан дым, ухим хадар. Холвура когда мантан закупается где ханада, ен бахтильня. Мне холвура он нуктен толку данным, мин он нука нару туравот. Холвур когда мин закупта на вон на хайве. Да, лепешки. Чего бывает? Чахан, да? А мус? Пробовал, да? Вкусно. Завтра, кто первым подойдет на Бестужева-Марлинского 17Б, ждет очень вкусный и, главное, полезный приз от Саха Агропродукта.